Всем привет, с вами ваш любимый канал Супер Тюнинг, и сегодня мы будем делать тюнинг проект автомобиля Волга ГАЗ-24. Вот она, всем известная Волга. Ее в основном все знают, наверное, как такси. Итак, посмотрим, что мы сможем сделать с вот этой вот нашей Волгой. Итак, на первый вид сразу мы глянем, наверное, я думаю, радиатор. Так, вот он, наш стандартный радиатор, можно его сделать чуть-чуть другим. Давайте посмотрим, возможно, есть какой-либо более такой экстравагантный. Вот, поставим вот такой вот радиатор со скрытыми фарами. Теперь наша Волга больше похожа на Dodge. Так. Что мы можем сделать? Ну, сразу опускаем вот так вот подвесочку. Посмотрите, реально она стала похожа на Dodge. Так, смотрите, что я заметил. Зеркало. Давайте сразу посмотрим зеркала. Это стандартные наши зеркала. Так, вот такие вот зеркала. Так, да, даже не знаю, менять ли ей цвет или не менять. То есть, в принципе, меня даже цвет такой устраивает. Так, передний бампер. Вот он, стандартный наш передний бампер. Возможно ли нам его поменять на что-либо более, ну, не знаю, другое. Давайте сейчас посмотрим. Вот такой вот футуристичный бампер мы поставили. Так, смотрите, как это все выглядит. Да, действительно, спереду не скажешь, что это Волга, она больше похожа на Додж. Да, есть сзаду пока признаки Волги. Давайте поменяем и задний бампер. Уберем вот эту железяку и найдем что-либо более мощное. Вот такой же бампер под стать переднему, смотрите. Как бы из одной коллекции, а не так. Все отлично. Теперь давайте поставим пороги. Да, вот эти вот нижненькие. Так, надо подобрать такие же пороги, как и бампера. Сейчас мы приступим к этому. Вот такие вот пороги мы поставим на нашу Волгу. Пока не сделаем, чтобы все авто было одинакового цвета. Так, и пороги тоже, все авто. Ну же. Так, смотрим. Чего здесь не хватает? Реально здесь не хватает. Так, убираем ручки на эту Волгу. Нам не нужны. Так, передних фары мы скрыли, задние. Давайте посмотрим. Передние мы не будем, так как они скрыты за радиатором. Так, а вот задние фары мы можем либо затемнить, либо давайте посмотрим, может, еще есть что-то. Вот такую вот заднюю фару огромную на всю машину мы поставили. И что теперь мы сможем все сделать? Добавить лисички. Так, сейчас посмотрим, какие лисички у нас есть в наличии. Увы, никаких наличий лисичек у нас нету. И, наверное, мы перейдем к спойлеру. Итак, поставим обычный спойлер. Вернее, не обычный. Тут нужен какой-то такой не сильно большой, не сильно приземистый спойлер. Так, сейчас мы его поищем. Вот такой вот небольшой спойлер мы нашли. И что еще? Капот. Есть ли возможность поменять капот на нашей Волге? Сейчас мы это попробуем. Вот такой вот капот сразу, который с воздухозаборником. И, наверное, на этом мы и закончим. Так, что здесь можно сделать? Немного затемнить окна. Ну и, конечно же, покрасить наш автомобиль. Возьмем вот переливающийся цвет. Как вы видите, просто супер. Так, он с разных сторон будет по-разному смотреться. И выберем для нашего автомобиля фон. Так, какой же фон нам поставить? Вот такой вот фон. Смотрите, какая красота. Она с любой стороны меняет свою расцветочку. Вот такая вот у нас получилась Волга 24. Всем известная как такси. Вот что с нее возможно сделать. Итак,
как вы видите, это просто машина мечта. Я хочу вам напомнить, если вы хотите увидеть свой автомобиль в нашем тюнинг-проекте, просто напишите в комментариях марку и модель вашего автомобиля. Мы совершенно бесплатно сделаем тюнинг-проект вашего авто. Итак, всем пока, до новых встреч. Смотрите наши следующие обзоры, наши следующие тюнинг-проекты. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока, до новых встреч.